для нас вокруг. Она у Пахоменко украла очень многое. Ее зовут Людмила Сенчина. Начиная от платий и кончая прической, сзади вот этот знаменитый такой кок из волос, и манеру пения, и все. Это все было слямзено у Машеньки. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Знаменитую песню «Стоят девчонки» из современных исполнителей не спел разве что только ленивый. Эта песня в новом веке пережила и второе, и даже третье рождение. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Но мало кто помнит, что первой исполнительницей этого стопроцентного хита была ленинградская певица Мария Пахоменко. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят. Утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках, теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Эффектная европейская внешность, самобытный узнаваемый голос и безупречный вкус — все это сделало Пахоменко звездой номер один в СССР. Ее муж-композитор Александр Колкер был влюблен в свою красавицу-жену и вдохновенно посвящал ей песню за песней, каждая из которых тут же становилась шлягером. Из всех окон неслось. Качает, качает, качает. Качает, качает, качает. Задира ветер фонари над головой. Шагает, шагает, шагает. Веселый парень по весеннему тобой. Пахоменко выпустил рекордное количество пластинок в СССР. Больше 2,5 миллионов. В 1968 году в Каннах ей вручили нефритовую пластинку. Награду, которой отмечают певцов за самые высокие тиражи пластинок в мире. В 60-х-70-х Пахоменко была, как теперь бы сказали, суперзвездой. Жизнь казалась Пахоменко и Колкеру сказкой. Представить, что у них могут быть враги или недоброжелатели, они не могли. В 1971 году в Министерстве культуры СССР подыскивали кандидатуру для участия в очередном конкурсе «Золотой орфей», который проводился в Болгарии 5-й год подряд. Все предыдущие исполнители из Советского Союза показывали не очень высокие результаты. Виктор Вуячич в 1967 году, Юрий Богатиков в 69-м завоевали вторую премию, Иосиф Кобзон в 68-м – третью. А в 70-м награда не досталась никому. Ленинград, вспомнив все заслуги Пахоменко, выставил ее кандидатуру. Но у Москвы были свои амбиции и свой список. Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Светлана Рязанова, Евгений Мартынов. Пахоменко звонили из Москвы и открытым текстом просили отказаться от участия в конкурсе добровольно. Она не согласилась. И выбор пришлось сделать министру культуры Фурцевой лично. Возможно, из личной симпатии. А может, чтобы не обидеть ленинградцев, но Фурцева выбрала Пахоменко. Кто-то завидовал, ну, завидовали. Вышло специальное распоряжение за подписью министра, нарушить которое было нельзя. Но командировку для молодой певицы готовили сотрудники министерства, которые были совсем не в восторге от решения своей начальницы. Поэтому денег на поездку выделили самый минимум. Их хватало только одной Пахоменко на еду и проживание в недорогой гостинице. А концертное платье? А прическа? А кто устроит макияж? А кто поможет все... Это перед выходом на сцену. Это никого не волновало. А меня, естественно, за границу не выпустили. И еще чего, в Болгарию вдвоем с женой. Нифига это не проходило. Очевидно, мало кто в московских министерских кабинетах желал Пахоменко победы. Но она вернулась с главным призом конкурса. Свистни в чистом поле чудо.
Да кони, 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 кони летят, летят, земли едва касаются, нравится, эх, летит. Вот это тот самый золотой Орфей в таком виде, в единственном экземпляре. Другие певцы, которые завоевывали золотой Орфей после Марии Пахоменко, фигура этого Орфея стала в два раза меньше. Вот у Аллы Борисовны дома стоит. Как и предполагалось, официальная Москва не очень обрадовалась этой победе. А чиновник Фурцевского министерства вообще не знал значения слова «гран-при». И когда Пахоменко позвонила из Софии похвастаться победой, он не понял, о чем речь. Он взял трубку, и Маша закричала: «Ура! Ура! Я везу на родину, в нашу страну гран-при! Гран-при!» Он ей отвечает из Москвы: «Что же ты так громко кричишь? Гран-при, гран-при! А где первое место?» В газете «Советская культура» Пахоменко посвятили один сухой абзац. А вместо почестей перестали ее приглашать в Москву вообще и на телевидение в частности. Но, отказавшись от Пахоменко, Москва не собиралась отказываться от ее образа. Так на советской сцене появилась Валентина Толкунова. Знакомы были милы целых 20 лет. Такая же коса, такие же бусы, практически тот же образ. Появилась Валя Толкунова, которая полностью закрыла возможность для Пахоменко конкурировать. Ну что же, Сережа, чужой и не сладок и мёрз. Ну что же, Сережа, чужой и не сладок и мёрз. Валя Толкунова более яркая, она более демократичная. Пахоменко немножко так интеллигенция отстраненная, а Валя своя. Наверное, до срока. Было у Толкуновой и еще одно преимущество перед Пахоменко. Ее репертуар не только лирический, но и патриотический. Лучший пропуск на советский голубой экран. Радио и телевидение – это была идеологическая организация, где очень четко были прописаны всякие, знаете, постулаты, условия, как должно и как должно быть. С середины 70-х Мария все реже появлялась на экранах центрального телевидения. Да и ставить в один телевизионный концерт Толкунову и Пахоменко с точки зрения редакторов было нерационально. Для Толкуновой стали работать самые лучшие и известные композиторы страны. А Колкер не давал Пахоменко петь ничьи другие песни. Только свои, только Колкера. Колкер не всегда был в струе новых веяний в эстраде, даже советской. И Маша вместе с ним оставалась на вторых ролях. А это к чему ведет? К забвению. Настоящий бум подражательства на советской эстраде все же начнется гораздо позже, в эпоху Аллы Пугачевой. Тогда на сцене и на экране станут одна за другой появляться певицы, которые так или иначе, во внешности или манере исполнения, повторяли яркий образ, придуманный будущей примадонной эстрады. Но это случится гораздо позже, в 80-х. Так что можно смело сказать, что именно Пахоменко была той, кому впервые на советской сцене стали подражать другие певицы. Скоро появилась еще одна молодая, энергичная исполнительница, которая практически полностью скопировала образ Марии Пахоменко. Уж тает ночь, заря близка, в твоей руке моя рука. Нет никого для нас вокруг. И она у Пахоменко украла очень многое. Ее зовут Людмила Сенчина. Начиная от платья и кончая прической, сзади вот этот знаменитый такой кок из волос, и манеру пения, и все. Это все было слямзино у Машеньки. Ой, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг. Ой, вы ночи, матросские ночи, только море да небо вокруг. Может,
Может быть, золотой век Марии Пахоменко был бы куда длиннее, умея она постоять за свои творческие амбиции. Но ее характер не был бойцовским. Просить она не умела, с полезными людьми не дружила. Свой единственный поход к начальству вспоминала до конца дней с ужасом. В 80-х она отважилась попросить руководство Ленинграда разрешить ей купить квартиру для дочери в том же доме, где они жили с мужем. Один раз зашла в кабинет председателя горосполкома вот здесь за углом Исаакиевская площадь. У нее от волнения пошла носом кровь. С середины 80-х Пахоменко вела цикл передач на ленинградском телевидении и выступала в небольших залах, где, как видно, уже без особого задора пела песни своего мужа. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Пахоменко смирилась с судьбой. Она смотрела на выступления других певиц, слушала их новые песни и понимала, что могла бы спеть их лучше. Но воевать за свое место под эстрадным солнцем было не в ее характере.